поднят был флажок. Лазаревич выскакивал из зоны офсайда. Как-то игра успокоилась. Больше она в центре поля проходит. Но это затишье перед бурей. Это кубковый матч. Агаларов. От Иванова мяч ушел за пределы поля. Иванов. Галенда, пас направо. Иванов. Подаст или нет? Все-таки молодец. Вывернулся и левой ногой сделал передачу. Но на месте Бруно Алвиш выбил мяч. Широков. Не укротил мяч Лазаревич. Роберто Карлос. Живнов спокойно вышел из ворот. Уж не знаю, крик ли он играю, но он действовал хладнокровно, поймал мяч. Мейера. Вне игры нет, Быстров уже в штрафной. Два решения у него было. Первое — самому взять на себя или отдать пас Широкову. И пока он раздумывал, доля секунды, защитник опередил. Но аут. Лазаревич. От Роберто Карлоса мяч уходит за боковую. Зырянов. Хотел прокинуть между ног, не получилось. А здесь зацепили за ногу все-таки. Быстров цеплял за ногу и получил травму. Вот там блестит, это так трава блестит. Это не грязь, а все-таки поле искусственное. Быстро надо оказывать помощь. Даже Владислав Радимов, я вижу, пошел в Спалетти. Видимо, будет замена. А сегодня действовал очень полезно Владимир Быстров. Легко перемещался по футбольному полю и заметен был, заметен. Ну, напомню, кто в запасе у «Зенита»: Малафеев, это вратарь, Ионов Алексей, Мигель Дани, Виктор Файзулин и Сергей Симак. Да, серьезная травма. Не коленами. Держится за колено. Да, будет замена. Тагирбеков с мячом, Гаджибеков. Агаларов не переиграл Хустю. Тридцать восьмая минута. И вторая замена вынуждена. Это обидно. Футболисты все-таки получают травму. Вначале вот ушел центральный защитник. А сейчас Быстров, центральный защитник у Анжи, Быстров у «Зенита». Жоао ушел, бразилец. Десятером «Зенит», но есть перспектива для атаки. Пас на правый фланг. Анюков. Алексей Ионов войдет в игру. Денисов. Пас направо, и Анюков влетает в штрафную. Угловой или удар от ворот? Удар от ворот. Хотя там был рикошет.
Но время для замены. 57 номер, это Алексей Ионов. Похоже было все-таки на угловой. Еще один выбыл по травме футболист «Зенита». Сороковая минута, 1-1. Саболч Хусти с пенальти открыл счет, а Агаларов с игры сравнял этот счет. Толчок в спину. Неправ Мирослав Славов, 22 номер. Зырянов. Широков. Роберто Карлос. Разгадал, отбил мяч. Иванов. Кто быстрее? Бруно Алвиш первого мяча. Аут. Техники не хватило Иванову. И пас надо давать. Да, вне игры нет. И он выходит 1-1. Ну! Алексей хотел красиво перекинуть. А мог ведь идти вообще на сближение с вратарем. Не лучшее решение. Так здорово убежал. Так увидели партнеры. Но расстраиваться нет смысла. Еще есть время. Моменты будут. Лахиялов. Мейера выбивает мяч за боковую линию. А Алексей Иванов подключался. Вот здесь уже он ведь на правом фланге действует. Пришел на левый. То есть футболисты все перемещаются. Есть взаимозаменяемость. И у одной, и у другой команды. Интересный матч будет. Все во втором тайме. А может быть еще и дальше. Это кубковая встреча. Пока 1-1. Живнов дотянулся до мяча и уже в падении выбивает Зырянов. Нет, такой мяч не догнать. Удар от ворот. Живнов. Ионов. Хотел аккуратно сделать точную передачу, не получилось, не успел. Бруно Алвиш все рассчитал, когда отбирал мяч. А вот сейчас наоборот. Отправил вперед, хотя были открыты партнеры. Лукович. Вот видите, уже защитник подсмотрел, как Роберто Карлос грудью отыгрывает. И сейчас Такирбеков также попытался сыграть, и получилось. Захиялов оттолкнул рукой Анюкова. Штрафной удар. Спалетти сейчас показывает Зырянову низом, низом. Просит Спалетти, чтобы играли низом. Широков. Делал забегание Лукович. Но там уж совсем не было пространства для того, чтобы получить этот мяч. Да, Ионов. Голевой момент был у него. Вышел 1-1. Поторопился. Наверное, не надо было так уж сложный технический прием выполнять. Перекидывать мяч через вратаря. Причем, когда он в движении был, это сложно сделать.